him. Написано, что типа это все демо. Все демо. Будем играть, кстати, на русском языке, ребят. Аллилуйя. Ну, потому что на русском языке интересно нам всем будет. Вот. Музыка резко останавливается здесь. Хорошо, давайте новую игру. Да, я уже начинал. Я уже, видите, 0%, 0 всего. Начинаем мы играть опции. Музыка другая. Хотели русский язык поставить, да. Давайте поставим русский язык. Окопы, контратака. Mission брифинга нету пока что. Не придумали mission брифинга. Способности. Все те же самые способности. Вообще ничего не вижу нового. Так, никакого вступительного ролика тоже нету, все сразу говорят, что командование сил, все. Начинаем, ну окей, начинаем, значит. Сразу отключаем. Темплар, это Люгер. Я веду эту операцию. Все указания будут поступать от меня. Передаю донесение полевых агентов. Слушай внимательно. Иди в развалины. Найди Рику. Голос у нее другой. То есть такой же голос, но без всяких фильтров. Да, ну уже видно, что другой цвет. Абсолютно другой цвет жизни. Другой цвет текстурок, более все светлое. Игра более светлая, кстати, гораздо светлее, что не может радовать. Да, звук, как они звук пофиксили. Они просто эту проблему решили даже оставить. Yeah.
что в руинах? Пока ничего. Найди заряд и подорви стену. Рика где-то здесь. Да, конечно, будем собираться полностью. Всю валюту собирать, все собирать. Стил. Ну, кстати, стенка явно выделена, что ее взорвать готово можно. А теперь в укрытие. Взрывы такие же. Сержант Рико на передовой. В самой мясорубке. Идите к нему, сэр. Я в порядке. Что-то да, что-то какие-то они вялые совсем тут. Кстати, а нету списка, сколько валюты собрал я. Да. Да, кстати, пока не забыл, вот у нас дебаг. Отладка. Есть вот. God mod. И body God mod, и все. Другой версии, которую потом покажу позже. Там больше интересных вещей. А я, к сожалению, все очень не вспомнил. Да, ну как я и думал, да. Все, в принципе, ничего нового. Никаких глюков. Тогда уже работало, наверное, великолепно для них. И Рюко, кстати, лысый. Па, у меня уже палец на курке дымится. И что-то субтитров нету. Попали мы с тобой в историю. Какую еще историю? Что-то субтитров нету даже вообще. Или я их просто отключу. О, кстати, меткость тогда была. Тогда была меткость, вот что самое интересное. Так, контент недоступен. Так, давайте вернемся, включим. Нам обязательно надо субтитры. Возвращаемся на базу. Мы нужны там. Ясно. Как прикажем. Опа, бежит кто-то. Блин! Да кто-нибудь! Помогите! Рико! Там стенка. Держись, Рико! Интересно. Да кто-нибудь! Помогите! Вот тебе! Спасибо, Кэм. Скоро зачтёмся. Темплар, на базу напали. Возвращайся. Мы начинаем эвакуацию. Там трое важных персон. Министр Хэф Милчер, изобретатель Эвелин Баттон и генерал Двайт Стрэдсон. Они не должны попасть в руки врага. Некогда рассиживаться. С этим танком может справиться Рико. Так, кстати, сменю все то же самое. Берегись! Открываю!
Ой, я могу отключить. Смотри, я могу. База долго не продержится. Скорее, Ян! Прикольно. Long time ago you could heal ISA, guys. Прикольно, слушай. Давай-ка еще раз попробуем. Yeah, one bullet. He needs one bullet only. Yeah, the chances will allow. Очень низкий шанс. Не, ну, кстати, можно включить батик от мод. И, по-моему, заработает. Не? Ясно. А если включим invulnerable? Да, не работает. Это я включил. Шанс очень-очень маленький, что ты сможешь подлечить своих. Ты что, он сможет выжить для этого? Томат. Кстати, посчитай, сколько здесь вообще виктанской валюты есть, потому что, чтобы открыть все оружие, надо много виктанской валюты. Там вообще-то больше 100 тысяч. Повернись и открой ворота. Скорее, тебя ждут на базе. Ну да, но было много глюков насчет глаз хилгастов, я вижу. Рико! Черт! Пойду через базу. Нужно спасти этих шишек. Поищу другой путь. Следи за тылом. Постараюсь. Классно, глюки были, глюки. Много глюков было. То есть надо модернизации 78 тысяч. Был тогда ручной пулемет М1. Ясно. Который совсем по-другому стреляет. На 80 тысяч. 89, 93. Ясно. Значит, что-то они поменяли здесь. Значит, что-то они здесь точно поменяли. У нас 25, 35, 50, 60, 72. Не, 72 и было, и 80 тоже было. Ну, давай смотреть.
Дверь не откроется, пока здесь есть хоть один противник. Район под контролем. Двери открываются. Так, я должен... Я должен следить за тем, сколько надо валюты, потому что если... Получается больше 80 тысяч, то должна быть дополнительная валюта. По глюки справа, глюки вижу. Ворота закрыли, закрыли сверху, Лев. Темплар, уничтожь зенитное орудие у посадочной площадки. Найди троих шишек и проводи их к боту. Это важно. Переозвучивали тоже Эвелин, переозвучивали, по-другому она звучит немножко. Последний раз я видела министра в детстве, он прятался в одном. Да, переозвучивали ее. Другой отсек. Опа. Опа, тут что-то просторно стало. Я вижу, игра постоянно в приоритет дает тебе здоровье. Это тоже немножко другая штучка такая. Долгасты уже внизу. Вот-вот будут здесь. Получи. Пистолет, блин. Получи. Что это? Ну, все то же самое. Опа. I was a while since I saw that. Короче, там... Я его ударил. I hit him and he hit me back. Видите меня отсюда? Бункер, найди генерала Стрэтсона и проводи к боту, а потом уходи. Ну да, ничего особенного пока что. Nothing special. Да, some minor glitches, some minor things, but nothing critical.
Thank you very much, Sleepless Sleepy. Welcome, welcome to Hotel California. How are you doing, my friend? Fuck, who's hitting him? Oh, okay. So there is like more enemies spawning. Капитан, в подземном бункере к северу отсюда есть оружейный склад. Когда пришли хилгасты, наши ребята не смогли завалить вход. Ваша задача — исправить эту ошибку. Оружие нельзя оставлять врагу. Эвак-3 Мустангу, к взлету готов. Интересно, интересно. 59. Да, никаких брифингов, ничего. Если сломать лебедки на той стороне дамбы... Да, цвет локации не доберутся до оружейного склада. Зачем они это сделали? Игра как-то более детальнее выглядит, что ли? Умри! Да. Многовато их тут. Найди себе оружие посерьезнее. Танк даже ярче выглядит. Ну, все как-то реально ярче выглядит у них. Да, звук, конечно, немножко дурацкий тут, ну ладно. Немножко ускоряю эмуляцию. I'm making the emulation a little bit faster. Кстати, да, легче видеть мины. Гораздо легче видеть мины. Thank you.
Смотрите, как он падает, ё-моё, ладно. Так, первый сейф стейт. Хотя здесь совсем нет музыки, по-моему. Да, вообще там даже музыки не было никакой. Ой, бочка лежит. Разнеси еще 3 лебедки, чтобы заклинить подъемник. Танк агрессивный очень. Прям очень агрессивный танк. Ух, ебать. Серьезно, что-то он супер агрессивный какой-то. Он не сломал. Или нет? А я не сломал. И музыки нету, да, музыки нет конкретно вообще. Отлично! Забирай рейд. Первая смерть. Отлично. Забирай. Вау. Это было интересно. Много крыс передавили. Достаточно. А теперь с удовольствием. Компьютеров. Так, ну вроде вот так вот сейчас мы тут. Хотя я умер один раз. 5 секретных материалов. Ну, все то же самое. Пока вообще отличий нету. Пока только видно, что действительно музыки вообще никакой не было. Даже никаких эффектов не было. Конечно, плохо. Уже соскучился, капитан. Извини, Ян. Не самый короткий путь, зато самый безопасный. Впереди промышленный район. Пройди через него в порт. Там тебя ждет Рико. Если отвлечь внимание хелгастов от порта, нашим там будет намного легче. Вперед! 7000. Ну да, 7000 там и было. Как здесь минное поле, через которое не пройти. Вау. Извини, я. Не самый короткий путь, зато самый безопасный. Иди в промышленный район. Пройди через него в порт. Там тебя ждет Рико. Если отвлечь внимание хелгастов от порта, нашим там будет намного легче. Вперед! Куда ты, фак? Выходи! Выходи, ублюдок! Thank you.
посмотрим сейчас, как это работает. Все, в принципе, так же. Понял. Все понял. Да, ребят, мы просто тоже пытаемся найти, we're trying to find, like, as fast as possible way. Do again. So far, nothing new. But the game is more and more brighter. The boxes, the textures, it's more brighter in my opinion, which is good. Everything has like iced colors, like, you know, iced. I'm gonna do a quick save here as well. Let's actually check the full damage. Nice. Ok,
Okay, actually, let me do like that. Let me do quick save here. And let me go back to this save. Okay, I see. So there is no animation of getting damage. Got it. Wait, so there is no key card. There is no key card. Yeah, there is no key card. Shit. It's actually fucking crazy. Okay, let's check this glitch again. Okay, so some places have no key cards. As I can see. Check then very quickly. World record. I know it's a little bit stupid, but I have to check it, guys. I have to check if there's key card or no. Killzone liberation speedrun. Да, they removed it. То есть, they added, они добавили, то есть, prototype is already faster. Prototype is faster already, guys. Which is really, really good. Все, officially, prototype is faster. Well, right now it's faster. Maybe it's not faster at all. Happens. Okay. Well, so far it's fine. Like whatever. Плевать. Нормально. It's okay. База, диверсия. Самое удивительное, что даже в этой бета-версии уже все на русском было. Иди через нефть базы. Там есть аварийный выход в порт. Заодно и солгат. Да, особо там не бежишь.
особо там не пробежишь. До сих пор. Ну да, тут особо так. Да. Глюков здесь нет, да, чтобы туда пройти. Глюки. Так, проверим. Здесь. А можно ли? Наверное, нельзя, да. Последний раз сейчас проверю. Да, все, нельзя. Да, он даже сквозь стену не хочет, все ясно. There is no skip. Nothing. Две из шести. Один остановлен. Иди ко второму. Проклятый. Что их тут многовато? Идет первому натоку. Кстати, да, фреймрейт, фреймрейт. Немножечко такой. Чувствуется, чувствуется. Сигнализация сработала. Выход открыт. Скорее к лифту. Аварийная сигнализация. Они вырезали это, эти слова. It's too long, like emergency. Ну, да. Особо ничего быстрого нету тут. Меткой 100%. Ой, ахпер, иконка выпала, посмотри, ахпер, иконка. Так.
кстати, у нас дела с процессором совсем. 56 градусов. GPU 65, нормально. Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Ян, здесь патрули. Постарайся пройти. Так, можно побыстрее как-то попытаться. Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Фак. Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Ян, здесь патрули. Неужели даже никакого другого выхода нету здесь? Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Ян, здесь патрули. Постарайся пройти не... Да, все равно, видишь. Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Найди Рико и бегом на главный вход. Там будет наша штурмовая группа. Ян, здесь патрули. Постарайся пройти незаметно. Да, никак здесь не пройти. Можно пройти в... Сведи мост, да, ну-ка давай проверим здесь быстренько у нас, что у нас тут есть что-нибудь. Ну, особо ничего здесь нету такого, поэтому... Что он такое? Рико, ты как всегда вовремя. Ранняя пташка ловит хелгасского червячка. У Рика была взрывчатка. Пускай взорвется скорее. Понял. Я знаю, что нитраты Кобар спасут. Их можно достать врасплох. Что она говорит? Это так как... Помогите! Спасибо. Очень странно это произнесла. Я знаю, что нитраты Кобар в порту. Все ясно. То есть они потом переозвучкой еще занимались. Понятно. Да, лучше здесь взять ракеницу, наверное. Что, давай посмотрим, что тут они скажут. Что здесь уже сюжетная сцена не такая важная достаточно. Оказался крепче, чем я думал. Ничего, когда оружие будет готово. Кстати, их верхушка скоро будет у нас. Спасибо. Хотел бы я встретиться с ним лично. Если он встанет на нашу сторону, мы получим серьезные преимущества. Ну да, отразительная анимация. Будут ползать у нас в ногах. Мы прославимся. Да, Кобар, так и будет. Со временем. Да, это ужасно они сделали там, конечно. Получи, задница! Дави,
это да. Ну да, вообще ничего, nothing special yet. Вообще что-то вторая глава, что-то. Единственная хорошая вещь, что естественно карточку они тут поменяли. Понял. Пусть попляшет. Еще там. Надо вернуть должок этой гадине. Капитан Темплар, сержант Рика, штурмовая группа ждет приказаний. Лейтенант, займитесь воротами. Есть, сэр. Чисто. Ну да, ничего. Вы к боту, капитан, а я займусь спидраком. Помните, он нужен нам живым. Все будет тип-топ. Очень странно. Что очень-очень странно, но окей. В порту есть катер на воздушной подушке. Для болота самое то. Сначала открой шлюз, а потом бери катер. Управление мостом в диспетчерской. Сейчас уточню координаты. Ясно, они походу актрису поменяли эту местами. Эвелин озвучит Люгера, Люгер озвучит Эвелин. Вижу цель, повторяю. Вижу цель. Фак. Фак. А здесь ничего не будет, ясно. Да, отлично. Да.
Ooh, yeah. I love to do that. Хелгасты собираются уничтожить свой флагман, чтобы не достался нам. Ты должен спасти этот корабль. На нем могут быть ценные документы. Огонь на подавление! Не давайте ему выпутаться! Огонь на подавление? Ну-ка. Ну-ка. Они отступают. Надеюсь, разведка что-нибудь найдет в этих обломках. Они убрали обломки, ясно. Здесь могла остаться взрывчатка. Поищи. Он у склада боеприпасов. Смерть собаке! Выходи, трус! Граната! Ну да, ничего такого, ясно. Блин, как-то даже печально. В атаку! Их тут, блядь, двое. Ну ясно. Их двое там. Охренеть. Не должно быть тут двое вообще. Чет. Вау. Да,
просто... Кстати, это хорошо, что их больше. Надо, кстати, пойти в челленджи, надо посмотреть, если там новые челленджи или нет. Знаменитый капитан Темплар. Метрак говорил. Мы приняли сигнал бедствия. Идет откуда-то из болот. Значит, как минимум один человек пережил крушение. Разведка нашла на флагмане много интересного. Оказывается, метраж знал о этом крушении приходит. Потому и напал. Будь осторожен. Хилгасы тоже ищут бот. Все ясно. Это очень интересно, кстати. Понятно, понятно, интересно. Ты должен взорвать эти заграждения. Найди тайник со взрывчаткой. Остановите его!
Убейте его! Подожди. Гораздо проще. Получите и распишите. Я сам так буду сэлдить. Это частная драка или мне присоединит? Что-то тут не так. Почему здесь так много хелгастов? Митрак рванул в болото. Может, это его люди? Не нравится мне это. Ищем... Земляне! Огонь! Место падения к северо-востоку от тебя. Я. Их слишком много. Лучше уходи. Thank you.
А, кстати. Да кто-нибудь, помогите! Yeah, the sound is horrible. Something is with the sound here. It's gone. This horrible sound is gone. Wow. I was working it. Чертовщина. Короче, здесь гораздо больше хелгастов. Сигнал устойчив. Двигайся на север. Nothing to heal up. Beautiful. Yeah, the sound is a disaster here. With this level, something is wrong. That was crazy. Вот. Пилот еще там. У него ноги застряли, не выбраться. Остальных увели. Оставили меня. Могу поискать аптечку Хелгаста. Я останусь рядом с ботом. Торопись, Рико. Да, сэр. Да, I wanted to check challenges. For example, base defend. Just curious. It's gonna work at least. Okay, something is working. And there is no cargo. Oh no, there is not supposed to be anybody. No, there's supposed to be cargo. Это должно быть эта херня. Ugh!
Cobar is moving. За... Чёрт! Ян, защищай бот до подхода наших. Он возле бота. Ян, мы потеряли связь с Рифом. Не можем даже установить, где он. Противнику бота.
Иди на склад. Там должна быть взрывчатка. Она тебе понадобится. Все спокойно. Вижу противника. Отсюда не достать. Пошли в обход. Земляне в нашем районе. Постоянные паники. Похоже, у Лига то же самое. Видимо, где-то в районе есть хелганская башня-ретранслятор. Опа. Опа. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Опа. Okay, wait. So basically, if we can do like that, maybe. There is no shortcut. Fuck. Ян, слышу тебя хорошо. Пока ловили твой сигнал, нам удалось поймать сообщение с хелганского аванпоста на болотах. Устанавливаем координаты. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Сэр, вы в порядке? Не торопись, квикданец. Кобар? Полковник Кобар. Командующий колониальными силами. Генерал Митрак связывался со мной.
заключил сделку с кем-то из... Вы никуда не идете. А мы не убиваем заложников. Это ваш последний шанс. Сукин сын. Правильно. Дай мне повод прибить тебя прямо с... Генерал Чистоплюй. Он не любит крови. А я люблю. А теперь я доставлю генерала Стэнсона в надежное место. Ничего. Мы еще встретимся, имперская собака. Будь уверен. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Противник в районе. Фак. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Противник в районе. Damn, there should be some shortcut. Should be some shortcut, like that.
no... I don't know. There is no shortcuts, I guess. Fuck, this game is so well made. That's really impressive. Yeah, bravo. Bravo. There is no shortcut, basically. Ян, слышу тебя хорошо. Пока ловили твой сигнал, нам удалось поймать сообщение с хелганского аванпоста на болотах. Устанавливаем кардин. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Я понял, да. Устанавливаем карт. Двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Да. Окей. Это топливный склад. Через него проберешься на аванпост. К сожалению, это единственный путь. Здесь полно хелгастов. Есть даже огнеметчики. Будь осторожен. К аванпосту приближается танк Кобара. Перехвати его и освободи генерала Стрессона. Wow. That was wow. Установлены координаты аванпоста. Иди на северо-восток. I
That's amazing, guys. Уничтожь обе зениты. Тогда мы сможем доставить подкрепление. Уничтожь обе зениты. Тогда мы сможем доставить подкрепление. Это круто. Беги к главным воротам. Я lost somewhere. It's fucking crazy, dude. It's crazy. Проклятие! На колени!
was quite fun. That was really quite fun. Это не конец. Сдавайся, Кобар. Где остальные пленные? Дмитрак все знает. Вас снова предали. Говори, иначе пристрелю. У нас оружие. Вам не победить. Бешеных псов убивают. Поединок не для него. Генерал, нужно найти остальных. Опа, а. Ночной пулемет. Okay, let's go. Oh, she has different color. Строили эту базу в тайне. Мы нашли ее по сигналам танка Кобара. Именно сюда привезли ядерное оружие, захваченное... Заметим, не без помощи кого-то из наших. Интересно, кого? Ответ ждет там, вместе с Рико и Эвелин. Нужно найти их до того, как Стрэдсон тут все разнесет. В укрытие! Будь осторожен. Здесь полно солдат. Ну и холод! Проклятие! Цель поражена! Damn. Yeah, that's true. Жди здесь.
quite interesting right now. So basically you can only unlock механизм. Прикрой меня. Спасибо, Люгер. Дальше я сам. Чего? Нет смысла рисковать обоим.
Просто предупреди, когда подойдут бомбардировщики. Ян, это не дело. Ради всего, что было, исчезни. У меня свои причины искать Рико. Yep, seems like we won't have enough. We won't have enough vectant thing. Ваш флот вот-вот ударит, сержант Рико. Похоже, генералу старается наплевать на своих. Я солдат. Если я должен погибнуть, значит так надо. Ваше командование собиралось пожертвовать всей Южной Вектой. Мисс Баттон расскажет нам, как. Война — жестокая штука. Но вместе мы можем прекратить страдания. Я рассказала все, что знаю. Извини, я. Не люблю терять тех, за кого отвечаю. Понимаешь? Ничего личного, а моя помощь тебе тут пригодится. В тюремное крыло пройдешь через служебный путь. Рико и Эвелин там. Удачи. Чтобы открыть эту дверь, запусти питание. Сейчас. И пойми меня, пока я убью. Эриксданская мать! Где я, отец? Помоги. Нужно переключить другие цепи. Секунду. Не пали в меня.
they removed it. I don't know. Oh, she's still here, actually. Не пали в меня. Не пали в меня. О, не пали в меня. Прикольно. Не пускайте его в допросы. Не надо. Не подпускайте его к панели. So I missed one. Okay, beautiful. How is it fucking possible? Wow, okay. Не пали в меня. Не пали в меня. О,
Oh, so she can die and that's it. Wow, lol. Эвелин, помните меня? Я капитан Теплар. Я выведу вас. Можете идти. Люгер died. Надо торопиться. Вы с тем солдатом? Рико, вы видели его? Его повели на аэродром. Скорее туда. Без него я не уйду. Держитесь рядом. Я дала им неправильный пароль. Ракеты не взлетят. Отлично. Теперь вам нужно спрятаться. А? Какого черта? Кто здесь? Подожди, а где Вектон? Где валюта вектонская?
Взлетаем! Прятаться в одном из самолетов. Остановите! На помощь! В безопасности. Если что, я буду на связи. Надеюсь, вы найдете своего друга. И... Пожалуйста, прячьтесь. Капитан, это Эвелин. Я хочу рассказать кое-что о базе. Боты взлетают с северо-востока. Наверняка реку повезли туда. Thank you.
кейс. Хватит, Митрак. Куда ты дел Рику? Беспокоишься о своем дружке? Thank you.
должен быть резервный путь. Поднимай самолет. Oh, and there is nothing about Rico. So I messed up too. So if I go, I have 87. Let's try to do the thing with the heart difficulty. Топливный склад. Через него проберешься на аванпост. К сожалению, это единственный путь. Здесь полно килгастов. Есть даже огнеметчики. Будь осторожен. Ah!
Это топливный склад. Через него проберешься на аванпост. К сожалению, это единственное. Здесь полно солдат. Есть даже огнеметчики. Будь осторожен. К аванпосту приближается танк Кобар. Перехвати его и освободи генерала Стресса. That's really cool. Well, thank you very much, guys, for watching. That was really fun. Definitely gonna see you tomorrow.